Этой весной ульяновская молодежь думает не только об учебе. Самые активные ребята собираются в Доме молодых и работают над общественными проектами. В этот раз в гости к студентам приехал заместитель полномочного представителя президента в ПФО Олег Машковцев. Он побывал и в телестудии, где регулярно записываются интервью. Гостю показали главный зал, в котором проходит региональный этап интеллектуальной игры «Что, где, когда». Вместе с тем, основная борьба у вас, кого-то из вас будет ждать уже совсем скоро, 12 числа, 12 апреля, по-моему, да, у нас? Это школьников. А, стоп, да, 26 апреля в Саранске. Поэтому буду рад вас там видеть. Данила Умов учится в Ульяновском государственном университете по специальности радиофизика. Вместе с однокурсниками он не первый раз участвует в интеллектуальных квестах, фестивалях и молодежных съездах. Я активист своего вуза УГУ, являюсь волонтером. Недавно мы вернулись с Всемирным фестивалем молодежи и очень активно участвую во всех мероприятиях вуза. И одно из мероприятий является как раз эта игра «Что, где, когда». Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о создании нового национального проекта «Молодежь России». И с этого года работа в заданном направлении будет проводиться гораздо интенсивнее, благо наработки уже есть. В 2023 году были проведены как массово-культурные мероприятия, такие как «Бульвар», «Гастрофестиваль», такие как «День молодежи». Патриотические мероприятия проводились, выезжали на базу «Юнармию», где проходили курсы молодого бойца, молодежь, также ребята, которые находятся на учете ПДН, мы тоже уделяем им внимание. Министерство молодежного развития также организовало форум «Иволга», окружной слет поисковых отрядов «Никто не забыт», фестиваль «Театральное Приволжье», фестиваль уличного искусства «Форм Арт» и окружную интеллектуальную олимпиаду. В прошлом году Ульяновская область заняла 3-е место среди ПФО по информационному сопровождению общественных проектов. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ.